забор, так что мы сейчас везде поставим вместе. Теперь те нольки, которые стоят около, ну, по периметру квадрата, меры, сюда вот так, понимаю, заходить не может, потому что им потом некуда идти. Ну да, то есть на нольке есть компост. Собственно, у нас и получилась линия. То есть, все, что было не поставлено крестики, мы просто себе рисовали. Да. И это как раз и оказалась одна линия. Отлично, спасибо вам.